их смена в две важные задачи – победить в регате и получить путевку на 30-ю летнюю Всемирную универсиаду. Главные старты для мирового студенческого спорта пройдут в июле в итальянском Неаполе. У нас довольно-таки опытный экипаж, и каждый из участников может похвастаться действительно и большими достижениями, и большим гоночным опытом. Ну, конечно, мы планируем показать максимум того, что можем. Надеемся, этого будет достаточно, чтобы быть первыми. Другие команды из различных городов России не слабее. Здесь вообще соревнуются лучшие яхтсмены от студенчества – 35 человек. В каждой команде по 5 гонщиков. Яхты они арендовали здесь, в Сочи, и вчера уже выходили в море на 4 часа, чтобы опробовать новую яхту на воде. Мы разыграли 7 яхт. Каждая команда будет гоняться следующий новый день на новой яхте. И это максимально приближено к тому, чтобы объективно выявить победителя. Соревнования проходят в классе G70. С утра было безветрие, но в полдень, когда был намечен старт первой гонки, ветер появился. Экипажи будут соревноваться 3 дня, итоги подведут в воскресенье. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.